В Одинцовском округе догазифицируют деревню Марьино. Работы на объекте уже начались 5 сентября и должны завершиться до 26 октября. Здесь будет проложен газопровод длиной 2000 метров и построено 27 вводов к домовладениям. Для строительства новой сети в Марьине используется технология бестраншейной прокладки установки горизонтального направленного бурения, которая позволяет совершить прокол под дорогами и бетонными плитами, не нарушая покрытие. Подать заявку на догазификацию можно на официальном сайте Мособлгаза. Там же можно узнать, вошел ли ваш населенный пункт в президентскую программу социальной газификации и уточнить сроки проведения работ.